Здравствуйте. Специальное интервью на телеканале ОТВ в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях директор и организатор конкурса красоты «Мисс Звенигород» Елена Шаханова. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться, с человеком, который собирает вокруг себя прекрасное. Уже в течение 5 лет, 5 сезонов, в этом году юбилейный сезон, 5-й, и проходит он нестандартно в Звенигороде, а проходит уже на территории Одинцовского городского округа, будет проходить в ДК «Захаровский». Да, мы на самом деле очень рады, что нам удалось, конечно, чуть-чуть расширить наши границы. И у людей появится возможность, ну, не только у жителей Звенигорода, да, но и близлежащих районов посмотреть тот проект, который мы создали 5 лет назад. Как пришла идея? Почему конкурс красоты? Почему «Мисс Звенигорода»? Кто подтолкнул? Ну, идея родилась достаточно спонтанно, поскольку я такой человек, который любит все прекрасное, и наблюдая за молодыми девушками, которые проживали на территории городского округа, мне почему-то захотелось сделать для них такой проект, где бы они смогли, ну, не только попробовать себя в фэшн-индустрии, да, но и это был бы для них такой этап, где они могли многому обучиться. То есть как правильно одеваться, как правильно ходить, как правильно ухаживать за собой, как приобщить себя к спорту. То есть это такой долгий процесс, который занимает у нас 5 недель подготовки. Вот. И поэтому как-то мне захотелось что-то сделать именно для девчонок Звенигорода. Так. Первоначально какая реакция была звенигородцев? Поддержали ли жители проекта, насколько активно откликнулись, в первую очередь, конечно же, прекрасная половина Звенигорода? Ну, скажем так, была неоднозначная реакция, поскольку кто-то всегда за конкурсов красоты, кто-то всегда против конкурсов красоты. Моя задача была рассказать о проекте как чуть-чуть о нестандартном, скажем так, проекте, да, то есть мы опускаем все дефиле в купальниках и все остальное, да, мы именно прививаем эстетику, чтобы девчонки научились действительно правильно себя преподносить. Потому что, к сожалению, у нас сейчас очень часто меняется мода, очень часто меняются какие-то предпочтения, да, но все-таки хочется, чтобы девочки прежде всего оставались девочками. Вот. И поэтому было, конечно, сложно. В первый сезон у нас откликнулось не так много участниц. Было их, по-моему, человек 9, но мы потихонечку развивали проект. Ну, Елена, судя по тому, что это уже 5-й сезон, можно говорить все-таки об успехе, с учетом того, что территория теперь округа расширилась, и Звенигород в том числе входит в состав Одинцовского городского округа, теперь и новые возможности. Есть ли в этом году среди участниц одинцовские барышни? Да, у нас есть 2 девочки, которые проживают именно в городе Одинцово, и нам очень приятно, что они также поддержали наш проект, пришли на кастинг, заполнили заявку и сейчас благополучно готовились 5 недель к финалу. Нам, конечно, это очень приятно. То есть они не ленятся, никого не утомляет дорога от Одинцова до Звенигорода. Да? То есть как бы девчонки молодцы. Любой конкурс красоты – это определенные правила, границы, регламент. Какой он у вас? Вы уже сказали, что немножко нестандартный подход к проведению данного конкурса. Ну, начнем с того, что мы привлекаем к проекту лучших специалистов. То есть все, что касается ухода за собой, визаж, стилисты, специалисты, которые учат правильно одеваться, правильно ходить, заниматься спортом, опять же. Вот. И от чего мы отошли, конечно же, ну, учитывая то, что проект родился в городе Звенигород, мы делаем акцент на все-таки на какую-то историю. То есть у нас ежегодно первое дефиле, ну так открою чуть небольшую завесу, да, у нас всегда первое дефиле – это либо национальные костюмы, либо русский стиль, либо этностиль. То есть мы все равно привязываемся к истории там, где мы живем. Вот, поэтому эти костюмы девочки готовят самостоятельно? Нет, не готовят самостоятельно. Мы сотрудничаем со многими брендами. Вот, и вот в этом году нам предоставили с Питера потрясающую коллекцию. И, конечно же, у всех наших гостей будет возможность увидеть ее на финале. Вот, а также мы на подготовительный период оставляем где-то 5 недель. Объясню, почему такой большой срок. Потому что все привыкли, конкурс красоты – это обычно неделя, да, где тебя быстро учат там ходить, ставят дефиле и все. У нас задача чуть другая.
мы берем в конкурс не девочек с модельной внешностью, а тех девочек, которые просто хотят над собой поработать и как-то измениться за период подготовки. То есть отходите от привычных стандартов. Абсолютно, да. Нет роста, параметры, нет. Это не играет роль. Нет. У нас в конкурсе участвуют девочки от 16 до 35 лет. То есть есть возможность даже у девочек, женщин, которые уже замужем, у которых есть дети, также попробовать себя в модельном бизнесе или просто прийти чему-то научиться и как-то себя изменить. И надо заметить, что вот у нас в 16 и 18 году участвовали две многодетные мамы. То есть у которого трое детей, у одной четверо детей. И они до сих пор вспоминают с теплотой о проекте и говорят, что действительно вот такой у них был послеродовой период, и в течение месяца они смогли себя привести в прекрасную форму, прекрасно провести время и поучаствовать в проекте. Но все-таки конкурс остается конкурсом, да. Это соревнование, это состязание. По каким параметрам и кто будет оценивать участниц? Кто будет выбирать самую красивую, кто выберет мисс Звенигород? Каждый год мы формируем жюри. Как правило, у нас есть уже члены жюри, которые к нам приезжают ежегодно. То есть им нравится проект, они с удовольствием участвуют. И также мы приглашаем независимых членов жюри. То есть это с Москвы, это вот с Истры. Да? То есть как бы мы стараемся делать так, чтобы было объективное мнение о девушке. То есть вот весь материал, который мы готовим на финал, вот отталкиваясь от него, член жюри выбирает победительницу конкурса. По какой шкале оценивается? Там будут оцениваться набираться все. Баллы? Что вот приоритетно? Там оценивается все. У нас 4 выхода девушек, 4 дефиле. Плюс мы на каждом финале показываем промо-ролик, где девушка каждый рассказывает о себе и почему она пришла на проект. Да? И плюс мы еще параллельно показываем какие-то видеоматериалы, которые создают уже объективное мнение об участнице. И вот из всех этих из всего этого материала уже каждый для себя выстраивает приоритеты. То есть какая девушка ему больше нравится. Что дает конкурс, помимо обучения, помимо, наверное, обретения самой себя, да, и понимания каких-то определенных mm-hmm. моментов и себя в жизни, и свое место, да. Что дает конкурс? Во-первых, все приходят с разными задачами. То есть некоторые приходят на конкурс, чтобы поработать над собой. Некоторые приходят на конкурс для того, чтобы попробовать себя в фэшн-индустрии. То есть у нас такая площадка, которая дает тебе понять, интересно тебе это направление или нет. Уже если брать последние 4 сезона, да, то у нас есть девочки, которые остались в модельном бизнесе. То есть они дальше сейчас продолжают сниматься, участвуют в фотосессиях, в показах каких-то. Есть у нас две замечательные сестры Тищенко, которые выпустились в 2017 году. Они выпустили свою коллекцию одежды. То есть они поняли, что, в принципе, они не модели, но им очень нравится создавать. Они выпустили прекрасную коллекцию одежды, которая вот в этом году была напечатана в журнале Vogue. Поэтому как бы это такая стартовая площадка для девчонок, которые хотят понять, вообще интересно им это или нет. И набраться какого-то опыта. Соответственно, те девочки, которые хотят дальше себя пробовать, мы уже им даем возможность где-то поучаствовать в каких-то показах, фотосессиях, да, потому что мы также сотрудничаем и с дизайнерами, с какими-то модельными агентствами, с фотографами, да, то есть которые с удовольствием берут наших девочек на съемки, на показы. Все-таки есть ли какая-то обязательная программа, которую необходимо выполнить королеве конкурса после, собственно, обретения этого статуса? Потому что мы знаем, что всегда конкурс красоты подразумевает дальше какой-то контракт, продвижение, угу. Что они должны вот определенную программу тоже отработать вот в своем статусе. У нас нету таких прям четких рамок, да, что вот вы обязаны год. Но когда у нас происходят какие-то мероприятия, то да, у нас номинантки, да, это не только даже касается главной короны, да, на номинантке у нас участвуют дальше в проектах. Вот Анастасия Спельникова, которая выиграла у нас конкурс в 2017 году, на сегодняшний момент она стала кастинг-директором проекта и плюс занимается обучением новых девчонок, то есть преподает им дефиле. То есть она осталась в проекте, ей это нравится, она с удовольствием занимается дальше.
Давайте напомним нашим зрителям, когда состоится финал конкурса красоты «Мисс Звенигород» и как можно попасть и насладиться прекрасным шоу. Финал у нас состоится 10 августа, уже в эту субботу, начало в 15:00. Вход у нас будет исключительно по пригласительным билетам, которые вы можете забронировать, написав нам в директ в Инстаграм «Собака Мисс нижнее подчеркивание Звенигород». И мы вам оставим пригласительные. Но их уже, к сожалению, осталось очень мало, поскольку действительно желающих очень много, и мы этому несказанно рады. Вот поэтому будем ждать всех. В этом году конкурс проводится в Захарово. Есть ли планы на будущее, возможно, проведение уже в столице округа, в Одинцово этого конкурса? Как вы считаете, есть ли перспективы роста дальнейшего? Я думаю, что есть, потому что проект интересный. К сожалению, вот о нем очень мало кто знает, потому что даже те девочки, которые вот с Одинцова у нас в этом году участвуют, да, они узнали о проекте, вот, скажем так, по сарафанному радио. Вот. И поэтому мы думаем, что да, у нас есть перспективы расширяться. Мы очень хотим в следующем году все-таки объединить все вот эти наши территории, территориальные районы, как сейчас, да. Вот. И в каждом из этих районов провести отборочные кастинги и потом собрать один большой кастинг уже в Одинцово и, соответственно, финал провести в Одинцово. Но все-таки конкурс не изменит свое название? Это будет «Мисс Звенигород» или с приобретением нового статуса, да, новой площадки? Возможно ли, что что-то изменится? Ну, «Мисс Звенигород» – это бренд, то есть это проект. Вот. Думаю, что для того, чтобы объединить уже все территории, можно будет как-то подумать под названием, над названием, да, и сделать такое что-то масштабное, красивое. Потому что девчонок живет очень много и в Голицыно, и в Барвихе, и в Успенском. У нас много вообще красивых, да, девушек, да, на территории округа? Нет, очень много действительно красивых девчонок. Но талантливых не просто красивых. Да. Но, к сожалению, вот некоторые боятся попробовать. А у нас все-таки такая площадка достаточно нейтральная, да, то есть мы в каких-то моментах и поможем, и подскажем, и расскажем, поэтому девочкам не стоит бояться, нужно приходить, участвовать, работать над собой, меняться, и тогда у вас жизнь все будет прекрасно. Ну, наша съемочная группа посетила генеральную репетицию финала конкурса «Мисс Звенигород», и, конечно, участницы все разные. Вот то, о чем вы говорили в самом начале нашей программы, это действительно, это не какой-то стандарт, они все разные, все уникальны, и каждая по-своему прекрасна. И, конечно же, в этом вот в том числе интерес, и, наверное, это тот самый путь, который можно идти и ничего не бояться. Да. Но что мне в них еще нравится, они все приходят, не зная друг друга. То есть они из разных, у них разный характер, они там с разных городов, да, там абсолютно не похожи друг на друга. Но что нам удается за месяц, они начинают дружить. То есть всех этих историй со стеклом? Нет. Они начинают все дружить, у них прекрасные отношения, они проводят время никто вместе. Никто никому не портит платье перед выходом на финал. Нет, у нас, да, абсолютно такого нет. Этой конкуренции нет, то есть все дружат. Они друг другу помогают, они вместе готовятся к каким-то съемкам, да, что друг другу подсказывают. Абсолютно дружеская атмосфера, да, у всех разный характер, и кто-то может покапризничать, а кто-то может наоборот сказать, ну хватит капризничать, давай, соберись, вот, поэтому у них нет конкуренции. Может быть, внутри там каждая мечта, каждая амбиция, да, все-таки король есть, но внешне они не подают никаких признаков, поэтому у них замечательные отношения, и мы рады, что у нас нету никаких, ну, в период подготовки никаких подводных камней, то есть все как-то проходит в дружеской обстановке. Лин, спасибо огромное за интересную беседу. Конечно же, с нетерпением ждем финала конкурса красоты «Мисс Звенигород». Обязательно приедем, обязательно расскажем в нашем эфире, как все будет проходить. И раскроем главную интригу, кто в 2019 году станет «Мисс Звенигород». Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.